Сегодня у нас 16-е, с завтрашнего дня. Сегодня они приняли документы у тех, кто имеет право на получение визы без интервью. И выдадут паспорта с визами в четверг с 16 до 16:20. Само посольство с завтрашнего дня прекращает прием посетителей, у кого была запись на интервью на ближайшие, по крайней мере, дни. Им уже пришли уведомления об отмене интервью. Но вот все, кто у нас на март люди были записаны, они уже, по сути, все получили отмену. И, соответственно, с завтрашнего дня уже все интервью отменены. Но те, кто раньше проходил интервью, и те, кто подался вот в понедельник, они будут забирать паспорта с визами, ну, как и раньше было, с 16 до 16:20. Все, и это продлится до четверга. Также, в принципе, посольство будет работать для граждан США, по аналогии с другими посольствами, то там еще они будут продолжать выдавать визы для членов экипажа, возможно, для транзитников в чистом виде, кто США транзитом будет проезжать, для всяких дипломатов, там, членов НАТО, приглашенных правительством США, ООН, ну и все такое прочее. Вот еще в этом формате посольство, я думаю, будет работать.